В структуре муфтията Дагестана произошли кадровые изменения. Духовный лидер принял решение о назначении Мухаммада Майранова на должность председателя муфтията. Это решение было озвучено на встрече с религиозными деятелями. Шейх Ахмад Афанди поблагодарил за проделанную работу ранее занимавшего эту должность Шамиля Алиханова. Муфтий пожелал новому председателю успехов и помощи Всевышнего в дальнейшей просветительской деятельности. Какую бы должность мы ни занимали, мы все равно служим одному Аллаху. Когда любого работника принимал сюда в духовное управление, я к каждому работнику говорил: с сегодняшнего дня я твой помощник. Вот с сегодняшнего дня мы помощники Майрамова Мухаммада. Просим Аллаха, чтобы Аллах ему дал терпение, терпеть характер других людей, которые против него будут говорить, против него будут выступать. А то, что против нас говорят и против нас работают, естественно, пусть работают. Но у нас есть одно. Мы верим в Судный день. Мы верим во Всевышнего. С этими людьми мы, конечно, перед Всевышним станем. Успехов еще раз, благополучия.